Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня приготовлю на новогодний стол куриные рулеты в беконе. Начинаю готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Каждое куриное филе разрежу на две части. Кусочки куриного филе я накрыла пищевой пленкой и хорошо отобью с двух сторон. Очищенный болгарский перец я нарежу на полоски. Для начинки рулета я буду использовать жареные белые грибы с луком. Вы же можете пожарить любые другие лесные грибы или шампиньоны. Кусочек куриного филе я солю и перчу с двух сторон. Затем смазываю мясо творожным сыром, который можно заменить на плавленый, и выкладываю жареные грибы. После этого выкладываю кусочки перца и сворачиваю рулет. Обворачиваю рулет кусочками бекона. Рулет я переклала в стеклянную форму для запекания и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Готовиться они будут от 25 до 35 минут. Это уже смотрите по вашей духовке. Бекон, куриное мясо, творожный сыр, грибы, перчик – все это очень сочно, нежно и очень-очень вкусно. Но вы можете приготовить любую другую начинку на свой вкус. Подавать куриные рулеты можно как в горячем, так и в холодном виде. Приготовьте эти куриные рулеты на новогодний стол и всем заранее приятного аппетита и отличного праздничного настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всем хорошего и доброго, и до новых встреч!